Городская прокуратура традиционно выступает своеобразным координатором всех силовых структур. В первую очередь это относится к борьбе с преступностью. Вместе с тем, здесь прекрасно понимают и важность правозащитной деятельности. За минувший год в городскую прокуратуру с письменными заявлениями обратилось более 7 тысяч граждан. Это, наверное, очень высокий результат, и мы, наверное, Одинцовский район, самые первые по Московской области вот по обращениям. При активном участии прокуратуры удалось практически искоренить в районе задержки зарплаты, незаконное строительство, невыплату социальных пособий. Глава района Андрей Иванов подчеркнул огромную важность прокурорского надзора и мер прокурорского реагирования для нашего муниципалитета. Люди, благодаря вашей работе, доверяют государству. Уверены, что существует государственная справедливость. Ваша служба заметна и значима практически во всех сферах. Прежде всего, на ваших плечах надзорные функции за правоохранительным блоком, за контрольными службами, за фискальными службами. Это, конечно, огромная колоссальная работа. Что касается бизнеса, то бизнес чувствует себя комфортно, когда понимает, что он защищен от каких-то дополнительных проверок и какого-то давления. Это, соответственно, дает свой импульс развитию экономики, развитию предпринимательской, инвестиционного климата. Андрей Иванов также подчеркнул важность усилий прокуратуры в борьбе с коррупцией, защите прав жителей в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экологическом контроле. Хорошим результатом в работе способствует полное взаимопонимание всех правоохранительных структур района. У нас такой специфический район, что, скажем, каждый хочет в него приехать, хочет что-то в нем украсть, вот, кого-то обмануть, утащить. Наша задача — поймать, а самое главное, приятно, что в вашем лице мы всегда находим поддержку, и, в общем, ни один социальный элемент не ушел от ответственности. Это большая и общая наша с вами заслуга. Среди главных для городской прокуратуры приоритетов наступившего года были названы контроль за соблюдением налогового и бюджетного законодательства, борьба с экстремизмом, религиозной нетерпимостью, нелегальной миграцией, терроризмом и наркоугрозой. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».